Я, Наталья Ердиевская, руководитель фонда «Ежевика», поздравляю с днем рождения коллегию адвокатов по защите прав человека. Желаем вам, чтобы все ваши дела были выигрышными, и чтобы как можно больше людей стали счастливее, свободнее и, наконец-таки, смогли отстоять свои права. Желаю вам процветания и замечательных плодотворных лет работы. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. А у вас все замечательно. Уважаемая ассоциация адвокатов, поздравляю вас с вашим праздником, с 17-летием. Желаю вам дальнейших успехов в вашем таком нелегком деле. Спасибо за то, что вы нам помогаете, помогли неоднократно, помогали. В общем, всего вам самого-самого хорошего. Спасибо, что вы есть. Поздравляем Ассоциацию адвокатов за права человека. 17 лет – это большой путь, который вы прошли. Желаем вам идти только вперед, благополучия, взаимопонимания в коллективе и крепкого здоровья. И пусть ваш опыт поможет людям решить порой сложные жизненные проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. Удачи! В этом году Ассоциация адвокатов России за права человека исполняется 17 лет. Позвольте мне присоединиться к поздравлениям, которые сейчас звучат со всех городов и регионов России, и пожелать в этот знаменательный день всем сотрудникам и руководителям Ассоциации крепкого терпения, силы духа, творческих успехов, реализации задуманных планов и исполнения каждой мечты. Своими глубокими знаниями вселять и далее в окружающих людей, требующих защиты и поддержки, непоколебимую надежду, а своей преданностью любимому делу веру в бесповоротный успех. Счастья, здоровья, удачи, благополучия и процветания. Желаю Ассоциации адвокатов дальнейшего продвижения, всем членам Ассоциации добиваться желаемого результата, ну а клиентам оставаться довольным, обратившись к нам за помощью. А знаете ли вы, что сегодня у всей прогрессивной общественности России, а может быть не только России, радостный день. Сегодня исполнилось 17 лет существования замечательной организации Ассоциации адвокатов России за права человека. Сайт у них rusadvokat.ru. Ее возглавляют замечательные женщины Мария Архипова и Юлия. Я очень горжусь, что давно с ними знакома, и хотя долгое время я никогда не была их клиенткой, с удовольствием смотрела на их профессионализм, несгибаемую волю к победе, на взрывной рост их организации. Не так давно мне пришлось впервые прибегнуть к их помощи, когда мы начали суд, ну, фактически против родственников одного нашего клиента, которые посадили в психиатрическую больницу, хотели расторгнуть договор, вернуть его деньги, ну, фактически сломать человеку жизнь. Под эгидой Юли и Маши мы достойно прошли этот суд и его полностью выиграли. И я всем рекомендую обращаться к Юле и Маше. Хочу также сказать, что Юля и Маша, они имеют еще дополнительное образование по управлению космической отраслью, что у них есть проект концерна «Космические технологии», что это, наверное, самые прогрессивные адвокаты, которых я знаю. Конечно, не знаю всех адвокатов в мире, но они потрясающие, замечательные. Они любят историю, крайне интеллигентные люди. И я счастлива, что они есть в нашей жизни, в жизни нашей компании. Мы собираемся впредь постоянно пользоваться услугами. Ну, конечно, хотелось бы жить в мире, где никто ни с кем не судится, он просто немножко по-другому устроен. Но если уж кому-то обращаться, то в Ассоциацию адвокатов России за права человека. Друзья, поздравляю вас с таким огромным сроком жизни вашей компании, с вашими успехами. Желаю еще больших успехов, чтобы когда-нибудь мы отметили, ну, и 170-летие этой компании, или, может, 17 лет тысячелетия. Поздравляю!